Почему развиваются нарушения биомеханики или почему человек неправильно двигается? Что способствует появлению мышечно-фасциальной боли? Какова роль фасции в механизмах формирования фасциальных триггерных пунктов? Очень много вопросов ставит в этой книге профессор Стефаниди. И на каждый из этих вопросов он отвечает очень точно, конкретно, понятно и, главное, с научной точки зрения. Среди множества литературы, которую мы сейчас можем иметь в своих руках, большинство литературы переводная. Она, безусловно, очень классная. Очень много информации мы можем там получить. Но есть один минус. Каков бы ни был переводчик, это всегда перевод. Не всегда точное изложение материала. Профессор Стефаниди пишет на русском языке. Теми терминами, которыми пользуемся мы, специалисты в русскоязычной среде. Поэтому эта книга будет несомненным подспорьем для практической работы всех прикладных кинезиологов, реабилитологов, специалистов, неврологов, ортопедов, всех, кто занимается опорно-двигательным аппаратом, и не только опорно-двигательным аппаратом, потому что здесь рассматриваются вопросы влияния нервной системы и всех аспектов нашего здоровья на опорно-двигательный аппарат. И профессор Стефаниди смог нам дать ту конкретную информацию, которая нам нужна и на начальных этапах изучения прикладной кинезиологии, кинезотерапии, реабилитации, и, несомненно, станет очень серьезным подспорьем для специалистов, которые практикуют уже не первый год. Украинская ассоциация прикладной кинезиологии и я лично настоятельно рекомендуем вам иметь эту книгу на своем рабочем столе.